Несмотря на то, что в нашей области зарегистрировано всего 17 речных судов, и в этом виде транспорта мы умудрились отличиться, заняв второе место в республике по количеству выявленных нарушений. Почему южане не признают правил для водного транспорта, наши инспекторы ответить затрудняются. Трудно сказать. Не только на водном, и на железнодорожном, те же пешеходы, те же водники. Все наше, наше воспитание, можно сказать. Как. Чем человек воспитаннее, тем больше он соблюдает требования законодательства. Чем, ну, может быть, не так мы законопослушны, может, скорее всего, из-за этого. Никаких особых требований к владельцу водного судна не предъявляется, говорят специалисты. К тому же они очень созвучны с требованиями к владельцам автотранспорта. Все судовладельцы должны знать, что маломерное судно, в частности, да, является транспортным средством. Оно подлежит государственной регистрации в органах транспортного контроля. Ежегодно должно проходить техническое освидетельствование. И на управление самоходным маломерным судном необходимо иметь удостоверение на право управления маломерным судном. Нарушителя на воде транспортной инспекции очень сложно. На вооружении водников страны всего 26 спецсудов, и этот флот не обновлялся уже почти 10 лет. Ирина Притула, Бахадыр Тажибаев, Константин Калашников, информационная служба телекомпании «УТРАР».